чем польза микрозелени? Микрозелень весьма полезна, ведь она не только нежна и низкокалорийна. Микрозелень стимулирует иммунитет и пищеварительную систему, выводит токсины, катализирует регенерацию клеток и даже снижает уровень холестерина при постоянном употреблении в пищу. Молодая ботва привычных и не совсем овощей является суперконцентратом питательных веществ, необходимых для роста и развития самих растений. В микрозелени содержится значительное количество растительного белка, хлорофилла, витаминов, всевозможных каротиноидов, минералов и эфирных масел. При этом каждый вид несет свою исключительную ценность определенным набором полезных свойств. Интересна эта тема? Подпишись и дай обратную связь.